В Актобе слетелись экзотические бабочки. В помещении, где температура не ниже плюс 27 и пахнет фруктами, порхают более 10 видов этих красавиц. Среди них совиный глаз, китайская невеста и даже самая большая в мире бабочка с пугающим названием «Князь тьмы». Многие из этих очаровательных насекомых – герои мифов и легенд. К примеру, в Поднебесной верят, если бабочка «Китайская невеста» сядет на девушку, та вскоре выйдет замуж. Совиный глаз, по утверждению индейцев, исполняет желание. Бабочки живут всего пару недель, но есть и такие, чей век длится не дольше 24 часов. Необычная выставка уже полюбилась горожанам.